лес такой вот не густой. Я такой лес люблю, вот всегда такой лес. Сосновы. Машину поставили и прямо возле дороги. Вот она, красота какая. О. Вот он. Далеко ходить не надо. Вот он растет. Осенний белый грибок. Вот она. Со шляпочкой такой. Ой, такая красота. Это муж нашел. Рядышком, да, Коль? Дальше. Ну вот, я где грибница положу. Забирай грибницу назад. На дачу просто. Там есть грибница. Вот мы все. Ну, наконец-то меня фортуна наступила. Смотри, какое я нашла. О, да он спрятался прямо вот. Сейчас будем его раскрывать. Красавца. О, видишь, сейчас мы... Как всегда, я без ножика. Как всегда. О, вот он. Ага. Как всегда, я без ножика. Но споры... Ой, красота ж какая. О, Коля, неси нож. Отрежем здесь, грибницу оставим. Ну, видите, какой красивенький. Грибницу надо обязательно закрывать. Здесь такой, вот такой вот красавчик. Вот она, березка, то есть, ой, елочка. И вот он, молоденький. Такой в мху красавец сидит. О. Вот он, ножка беленькая. Да вон какая большая. Ой, прям приятно брать. Вот он. Ну, грибницу мы закрываем. Сейчас ножик возьму и их это обрежу. Вот он, какой красавчик. Вот мы вышли березовую рощу и начинаем искать поляночки с белыми. Вот под березкой спрятался белый гриб. Рядышком еще белый молоденьких. Старых мы брать не будем. Ну а дальше посмотрим. Вот в таком лесу березовом мы будем собирать белые. На поляночке мы увидели вот такой вот огромный подосиновичек. Но он, судя по всему, снизу крепкий, хороший. Но это не наш гриб сегодня. Мы охотимся сегодня только за белыми. Вот еще под... он лезет. Видите, маленький, красненький. Там дальше еще будет. Ну, может, на жаренку мы и наберем, чтобы покушать. И все. А, как я сказал, у нас сегодня охота только за белым. Но говорят, где мухоморы, там и белая. Рядышком, смотрите, какой красавец стоит. Но единичный. Это не то, на что мы рассчитываем. Пока. На полянке мы находим вот такое вот 3-5 подобабочков. Нет, 6. Рядом вот 7-й. Растут молоденькие, ну, дня два, наверное, но мы их сегодня не берем. Это не наш сегодня гриб. Мы, как говорим, охотимся только за белыми. Вот мы приехали домой. К сожалению, разрядилась камера у нас в лесу, и я не смог снять, сколько мы собрали. Вот я дома подзарядил камеру, вот сегодняшний у нас гляну. Как и обещал, одни белые грибы. Ну, чистенькие. Немножко взял я для засушки и для засолки. Вот посмотрю. Да все, чистенькие, да. Белые грибы. Вот они. И один в один. Один в один. А все. Этих подберезыков вообще не брали? Нет, я взял штучки 3 под осиновику попалось. И ну, они все равно чистенькие, красивые. Сейчас мы этот кошель раз сортируем. И потом мы вам покажем, какие у нас крупные, какие средние получились. Добрячки. Отлично. Ну,
Дай красоту такую поближе поднесу. Один в один. Красота. Прям вообще прелесть. Сейчас рассортируем их на маленькие, большие для сушки. Это прямо в баночку пойдут. Красота такая. Ну вот, с такого кошеля. Вот уже он пустой стоит. Вот вышло сколько у нас грибов. Это у нас для сушки. Они очень хорошие. Ни одного даже не встретилось у нас червивого. Очень хорошие. Это здесь ассорти. У нас немножко здесь под березовичку попало. Ну, для пожарить. Это у баночки пойдут у нас. Красота такая. Это представьте, как это растут, да? Осенние такие грибочки, красота. О, это все пойдет для заготовки в баночку. А эти вот грибочки я заморожу. Ну вот, вот такой вот тихой охотой у меня занимается муж. Вот, он любитель у меня. Ездит в свои края, где он вырос. И вот привозит вот столько грибов. Второй день охоты по грибы. Николай Анатольевич. Ну, Николай Анатольевич, не меняешь. Вот такие красавцы сегодня прибыли еще домой. Вот они. Один в один. И целая корзина, да? Ну да. Отдали, чтобы было видно. Вот. Вот. Ну вот детям пошлю. Пусть посмотрят, как надо по грибы ходить.